Наташа. Так, ну давай для камеры. Пациент с ахолазией кардии и мегаэзофагусом. Очень непростая ситуация. Сейчас мы повторный этап делаем уже вмешательство. Это требуется для того, чтобы помочь пище проходить через пищевод в желудок. В данный момент мы собираемся проводить эзофагогастроскопию и будем удалять установленную временную гастростому. И будем удалять временную гастростому, которая сейчас находится у собаки. Так, не спит, да? Давай. Помогай мне, пожалуйста, держи. Так, хорошо. Трахею нашел. Все в пищеводе. Немножечко много пищи тут оказалось. А не пища, а слизи. Пищеводе, да?